я пил вчера. Там и на первом столе выиграл. Архан, какой сет? Второй. Второй. Кто первый сет выиграл? Третий. Уже третий. А, уже 2-2 по сетам, третий сет. На подачах Архан. Камзат принимает. И мощнейшим образом забивает 1-0. Так, а мы не очку у вас, да? Нет. Нет, у вас, да? Да. У меня вот такой же. 1-1. Ошибка очевидная. У меня на вращение старое, еще пару. 2-1. Да, что-то ветерок начал поддувать. Какие-то точки появились. Да. 1-3. Третий решающий. 2-3. Я же тебя переживал, уже там, я тебя переживал, когда ты вот здесь. А кто играл, а кто выиграл? Кто мастер все провел? 4-2. Четыре три. Как Гамзат аккуратно играет в белую линию. Как он четко отправляет мяч сюда, туда. 4-4. Опять белая какая хорошая линия была. Еще раз белая линия. И ошибка. Да? Ошибка. Да, стоп, чья подача? 4-5. И укоротить не смог. Можно? Можно. 5-5. Раз получилось, значит можно. Да. Что я тебе продолжаю? А вы там не отвлекаетесь. 6-5. Ой-ой-ой. 5-7. Досадно. 6-7. Налево. 7-7. Третий решающий. Баланс на 7. Ох, сеткой не успевает Гамзат. 8-10, 10-8, матч поинт. Ну, не выдержали нервы, сам отдал. Изумительный тонкий, вот два самых аккуратных, изящных, тонких игрока. Спасибо.